Посидим на дорожке. Здравствуйте, дорогие наши подписчики, гости канала. Меня зовут Ева. Добрый вечер, Александр. Мы живем в Челябинске, летим в Анталию на 2 недели в конце сентября 2024 года. Будем отдыхать в Анталии. И в этом ролике у нас полет Челябинск-Анталия. В этом ролике вы увидите весь наш полет. Расскажем, покажем, как он будет проходить, протекать. В данный момент мы уже у выхода. Почти 2 часа еще. Выхода на посадку. Да, почти уже 2 часа еще нам до самолета, но нам повезло, не сказано, сразу же, как только мы пришли в аэропорт, приехали в свой аэропорт, кстати, называется он Курчатов, а старое его название Баландина. Пришли, там огромная очередь, просто с 0,5 километра, потому что самолет у нас какой летит? Большой какой-то Боинг? Не Боинг, это, наверное, Аэробас 321, наверное. Но до 200 пассажиров там получается. Да, самолет большой, 32 ряда. 32 ряда, люди все стоят в очереди. Мы сначала тоже встали. Дело в том, что у нас онлайн-регистрация была, багажа у нас нет. Но мы встали, стоим. Ну, места у нас были оплачены, куплены. Да, места куплены. Регистрацию прошли онлайн. Багаж у нас ручная кладь. Согласно новым, это авиакомпании. Мы купили специальные сумки. Вот, так что это я уже рассказала в моем ролике. И я пошла на стойку регистрации, подошла к девочкам, спросила, говорю, у нас онлайн-регистрация. Нам обязательно стоять? Они спросили, есть ли у вас багаж? Я говорю, нет, багажа нет. Они говорят, ну желательно. А потом, когда мы постояли еще 3 минуты, к нам та же девочка подходит, прям нашла нас и говорит, вы же подходили, у вас без багажа, да? Все. Она нас провела на отдельную нерабочую стойку, нас зарегистрировала, отметила, выдала нам посадочные талоны. И все, и мы пошли на зеленый коридор. Прошли досмотр, прошли паспортный контроль, и все. И вот мы здесь. Сидим, ждем. Ну, в самолете уже рейс немножко задерживается. 2:20 должны были вылететь. Сейчас время 37 минут. Сейчас уже скоро полетим. Ну и, в принципе, показывать ничего не буду, потому что будем стараться поспать, да? Друзья, мы уже где-то примерно 4 часа 10 минут летим, уже на посадку уже снижаемся. Тяжелый рейс, у меня голова раскалывается. Спала, непонятное состояние. Ну, в самолете всегда так. Я бы сейчас таблеточку выпила от головы. Трясло всю дорогу, трясло, да. Так что скоро мы приземлимся. Thank you.
все за багажом, а мы сами умные, без багажа. Все, друзья, мы уже прилетели, уже в аэропорту. Сейчас мы идем вызывать наш трансфер. У нас с трансфером небольшие изменения, потом расскажем. Мы у Старбакса ждем наш трансфер. Сейчас за нами подойдут и поедем. Дело в том, что нам буквально накануне, 27-го где-то числа, написали, что ваш трансфер отменен, деньги вам возвращены. Мне пришел возврат за наш трансфер, за который мы заплатили всего лишь 3400 туда-обратно. Это мы вернулись. Да. Нам пришлось искать другой. Он сейчас подорожал в 2 раза по сравнению с тем, что мы оплачивали в мае месяце. Ну, в наших рублях, если переводить, то в 2 раза. В долларах там, не знаю, в долларах, может, ничего и не изменилось, но в рублях, да, рубль-то упал с тех пор. В итоге я мониторила и попросила управляющего встретить. Вот. Он попросил брата, как он сказал. И вот сейчас мы его ждем, созвонились сейчас. Я подошла к девушке русскоговорящей, попросила позвонить на турецкий номер. И она позвонила, ну и сказали нам, что сейчас он подъедет. Сейчас нас заберут, даже мы не знаем, на какой машине нас заберут. Встретили нас друзья на легковушке. Opel какой-то, да? Он такой маленький. Opel старенький. Все, едем в отель. Друзья, приехали мы к нашему отелю, мы еще не зашли. Еще темно, но только уже светать начинает. Да. Запах. По дороге ехали, то выхлопные газы, то какая-то гарь чувствуется. Ну, просто дорога, много транспорта. Сегодня воскресенье, сегодня... Все отдыхают. Тихо, да? Давай не шуми, тихонечко, да. Сейчас зайдем в отель. Нет. Вот, за нашей спиной, видите, там бассейн. И уже такой запах. Ой, какие-то цветы цветут. Прям вообще. Вот он наш Бен, любимая. Ну как любимая? Да, любимая. Мы еще облагородили, посмотрите. Да, кстати, я видела, что здесь, да, теперь там не свалка, а зона отдыха. И территория теперь не для сотрудников, а для туристов. Так, как и должно быть. Все, заходим. Скажу вам, впервые в жизни мы приезжаем с Сашей в тот же самый отель, в котором уже были. Первый раз такой. Сразу подарите это? Друзья, напомню, мы отдыхаем в отеле Бенна в Анталии. Это район Коньялты. Можно сказать, лучший район. У Бенны прекрасное расположение в 5 минутах от моря. Мы приехали рано, мы приехали где-то примерно в 7:30 утра. Видат, управляющий отеля, появится в 8, он с 8 работает. Сейчас ночной портье тут был, у нас принимал, оформлял. Вот. Трансфер, который нам видат сделал, отправил своего брата, по-моему, ну, сказал так, по крайней мере, что это его брат. Стоил нам $25, но мы еще не... Он нам сказал же рассчитаться с видатом, мы его пока не видели, но потом отдадим ему $25. Вот, сейчас нам дали вот эту вот комнату. В прошлом году мы также переодевались здесь, но там был кавардак какой-то, ремонт, не ремонт. В этом году она благоустроенная вполне. Это типа как комната отдыха. Здесь утюги что-то стоят, целых 3 штуки. И все такое. Вот, мы здесь разобрали свои сумки, вытащили то, что нам надо для пляжа. Сейчас потихонечку переоделись. Вот я уже в шортах и в сланцах. Разобрали сумки, убрали то, что надо, сняли то, что не надо. И я поставила свой чайничек кипятиться. Вот здесь вот так вот нашла удлинитель. И сейчас у меня чайничек с кипятицей. Мы покушаем, позавтракаем. У нас еда, которую мы привезли, но я ее показывала. Вот батончики, кофе. Сейчас вот все поедим сейчас. И, наверное, сходим либо на пляж пойдем, мы еще планы свои не планировали, либо в обменник мы хотим разменять сразу же валюту.
Но обменники мы не знаем, со скольки просто работают. Киша, кишенька, тетя Кой, заморыш черный. Вот они, черепашки. А каких мелких? Их было трое. Ты что, Саш? Их было трое, вот они и есть. Только маленький был маленький, а сейчас он подрос. Я тебе говорю. Больше-то не было. Вот они, красавец. Отливает вода. Сейчас я с этой стороны зайду. Саша тут смотрит, чтобы не отливал. Вот они. Вот они, лапули. Водичка чистенькая. Видишь, они хорошо себя вели, значит, воду, видишь, им почистили. Ракушек куча. Вот он, отель. Ну так, слушай, к нашему приезду прибрались. Саша, все по котятам. Котят в этот раз два черных тут бегают, вон там серый мелкий. Это кот огромный или кошка. Кот, скорее всего. Ладно, пошли.